Привет! У нас уже почти 2 часа дня. Я наконец-то взяла за камеру. Что такое? Что у нас происходит? Короче, мой муж любит время от времени выключать провод из этой коробки модема для Wi-Fi. Это он сделал ночью. Хорошо. Волны вайфаевские над нами. Ну, вы меня поняли. В общем, с утра я включаю телевизор, не могу, у нас же смарт-телевизор. И он, зараза, не включается, думаю, что мультиков не будет. Смотрю, выключено это самое. Провод выдернутый. Всунули мы провод. Все равно ничего не получается. Мы уже, я уже Габриэла позвала. Позвала мы и туда, и сюда, и пытались, что хочешь делать. Wi-Fi не появляется. Давай звонить в компанию, через которую у нас интернет. Она мне говорит, куда что всовывать. Опять ничего не появляется. Я говорю, Дэнни, все, капец, холодец. Дэнни пришел. Тоже давай крутить, вертеть туда-сюда. Ничего не получается. В общем, мы провозили с этой мурой. Я загружала видео через телефон, что взяла дольше, чем надо. И рекламу я могу только ставить через телефон, только впереди видео и сзади видео. Так что посередине наслаждайтесь, рекламы нету. А, только через компьютер могу больше рекламы ставить. И... В общем, звонила, Дэнни позвонила опять в это самое, в компанию интернетскую, с ними опять они говорили с нами. В общем, походу они нам должны прислать человека. Типа будут менять модем, возможно, типа оно не должно нам стоить. Я говорю, я не могу на это согласиться на данный момент, я хочу, чтобы вы мужа это спросили. Потому что они тут... То муж говорит, то я говорю, Дэнни сейчас дома нету. Короче, они типа позвоним ему. В общем, так и непонятно, когда этот работник нам придет, и будет ли менять, и будет это нам что стоит, и вообще. Короче, немало баба клопоту называется. У нас конец рабочей недели, то есть школьной недели. Каникулы начинаются. Анжелика уже на каникулах, Анжелика с колледжа пришла. Хай, Анжелик. Она уже на каникулах. А, кстати, ланч возила Джульетте. Джульетта забыла свой ланч, они ланчевали в школе. Куда мы едем? Мы едем в школу, потому что у Тринички и у Скарлетт, у них вечеринки сейчас, Дни Благодарения в классе. Только трехклассники нельзя родителям туда идти, а киндергарден можно. Так что Анжелика решила со мной идти, Джашек тоже. Мы идем навестить нашу Тринку. Триничка проснулась, у нее вот такая полоска черная, темная, синяк на носу и под глазом немного. Вот хорошо, короче, хряснула она свой нос пару дней назад. В общем, идем, ей сюрприз сделать, она не знает, что мы туда едем, так что будет прикольно. Поехали с нами. Идем. За призами можно теперь. Если бы не пришли, она так и не знала, что выиграла. У нее уже закрытая линия была давно. Будет сейчас порядки наводить, думает. Уже там стало скучно. Теперь мы делаем вот такую повязку с перьями на голову. Mom, your hair looks way better. Okay. Awesome. Mom goes to the little hole. You like it? It's all that I'm the queen. Oh, the queen? You're an Indian queen. Yeah. Awesome. Want to make one of these? That's great. Oh, you're
нарисовать на лице. Вот это она выбрала. Okay, let's finish it. Vivian, you gotta have a candy corn, but we need yellow. Here. Sit. Dead. Печенькой такой, и теперь это тыква. Я не думаю, что это будет есть. Ага, frosting, that's right. I squeeze it all out. Вот такой у нас десерт. Не знаю, кто это есть будет. Но главное делать. Благодари. Ух ты! There you go. Okay, now you can use it to eat it with. No, that's enough. Spin it around and try to put it on the turkey. Ready? One more time. I stayed here for she did. She did. All right. Это у нас в коридоре так украшено. А здесь уже, видите, снежинки. Потому что для нас уже все, Рождество началось. Листики это студенты. Там фоточки. Да. Рождество. И там Санта-Клаус, да? То есть, в общем, я с младшими в машине. Тринку мы уже забрали, нам уже можно было ее забрать. Джашик нервничает, не нервничает Джашик. Анжелика пошла за Скарлетт. Я думаю, Джульетта тоже где-то там будет ее пытаться забрать. Но надеюсь, они все встретятся, придут сюда. И мы будем езжать, и будут у нас каникулы. Коротенькие, всего 5 дней, но все равно каникулы, все равно приятно. Hey, let me see your turkey. Oh, I didn't push the plate. Okay, try again. Here's the front, наша индюшечка. Now turn around. Show me your tail. All right. Старый. Магазин старых книг. Использованных книг. Анжелика хочет там посмотреть пластинки. Yeah, we are going inside of it. Ну и мы посмотрим. Сервант. Интересно. Еда какая-то бесплатная уже для бедных людей, не знаю. Да, Джасик? А смотри, ты какой дядя. Ух ты. Did you see Harley Quinn? She's right there. Who's that? Cat? No, Harley Quinn. Where is it? Oh. Oh. I see. Where's the kid corner? Что ты нашел? Там игрушки тоже, да? Какие-то. Yes. What do you think? Some books. What do you think? I can't see these things. Put it up. I can't see. Ой, короче, я тут только не рассмотрю, вы понимаете? У меня же тут маленький мальчик, который на нас смотрит. Ага. Наша индианочка нашла старую игру Пэкмена. Уже снимаю декорации. Я даже как-то рада, что у нас елки нет. Смотрит на этого Холка, говорит грр. Что сказали? Тут детская секция. Уже тут с меня выпросили жвачку. Я же тебе купила конфеты. Ну, короче, каждый что-то просит. Ага, чашек мне. Смотрите, что я нашла. The new Tsar. То есть новый царь Владимир Путин. Возвышение и Рейн. Царствие Владимира Путина. Тут всякие разные политики. Книжки. Я нашла Моцарта. Бетховена. Куча рождественской. Ой-ой-ой.
Скарлетт, мама, я не знаю, что делать, мне скучно. Телевизор же не работает. Нифига не работает. И это самое... Она пошла к подружке через дорогу. Ее нету дома, она хотела с ней гулять во дворе. Не с кем гулять. Сестра же не одно и то же, понимаете. Я говорю, елки-палки, я тебе купила новую книжку, сиди, читай. Вау! Короче, в их комнате телевизор, который не смарт-телевизор, подключила я к видеомагнитофону, будут они смотреть старые видеокассеты. Положил виде страдания это, современного ребенка. Ну, капец, ну, пришла со школы, ей хочется отдохнуть немного мозгами, походу. Ну, или погулять с кем-то, кто не член семьи. В общем, ни то и ни то не сработало. Анжелика сказала, что Рики приедет после работы, так что я буду делать спагетти, то, что полегче. Что-то я устала. Джашек есть спагетти. В общем, дети ели у меня спагетти и такос. Знаете, что я ем? Пробую уже эту селедку копченую. Картошка жареная и огурчик. Ой, дети с меня тут это самое смеются. И как ты можешь такое есть? Как это воняет? Ой, а я говорю, приятного аппетита. Посадила девчонок я смотреть «Жизнь жуков». Так это переведено на наш, ну, диснеевский мультик. Мне так нравится. Был любимый мультик Анжелик. Тринка смотрит, ей нравится. А Скарлетт бесится. Короче, уже в карты играли, уже мультики пытались смотреть. Короче, у нас энергии ходят, бабляй. Ну, понимаете, последний раз, когда у нас только так энергия била ключом, кто-то у нас остался с расквашенным носом. А у меня такое чувство, знаете, мне хочется так укутаться и поспать. He wants some ice cream in his cone. Oh, go ahead. Really? Джашик. Yo, what up, my diggity dogs? Поняли. Джашик два раза спал, так что он даже не думает спать, а я уже готова. Готова, чтобы все спатоньки легли. Mom, I'm telling you not to jump on my bed. Sorry. Завтра хоть это самое, каникулы, можно типа поспать, но у мамы завтра докторская встреча, и Габриэл работает с Рики. Ой, с Рики с Анжеликой поехали по мороженое. В общем, да. Кстати, хотела сказать, что завтра, по идее, мастер должен прийти между 2 и 4, так что, надеюсь, скоро у нас будет интернет. А с вами я буду прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и ба-бай.